Банк «Открытие» вошел в пятерку крупнейших российских банков по размеру капитала. Ежегодный рейтинг составил ведущий мировой ресурс «The Banker». Капитал первого уровня финансового учреждения вырос почти на 30% и составил 3,74 миллиарда долларов. В мировом масштабе финансово-кредитная организация поднялась на 44 позиции и заняла 227 место. Также Банк «Открытие» занял третье место в классификации самых дорогих публичных компаний России согласно оценке РИА Рейтинг на основании комплексных экономических исследований в финансовом, корпоративном и государственном секторах. По размеру самовозрастающей стоимости «Открытие» опередил 8 российских кредитных учреждений, включенных в рейтинг, уступив только Сбербанку и ВТБ. В общем, топ-100 крупнейших публичных российских компаний Банк «Открытие» занял 33 место.